знаю, если там вообще, блядь, не зануться. Подожди, послушай, в какой сугроб ты ходишь, братан? Не, ну если ее поставить, она... Где тогда стояли, Клим? Ну, приблизительно так же. А мы ее толкать сейчас будем. Сейчас посмотрим, в чем там. Лех, мне кажется, ты там встанешь. Я в любую сторону, не важно. Послушай, а можешь слева объехать? Там слева можно объехать. Так? Да, там нормальная дорога. Вот слева нормальная дорога. А что у нас с гаишниками? Нормальные гаишники, да, такие фуфловые. Ну, как положено. Игровые. Игровые, да? 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 Конечно. То есть у нас даже сотрудники полиции для кино по-настоящему сняться не могут, да? Нет. Не актеры они, нет, да? То есть все делается вот именно так? Да. То есть вот, ребят, я вам сейчас покажу, как в кино это делается. Вот так вот это делается. А я всегда верил. Нет. Как дурак. Думал, настоящий полицейский. А они на магнитах, что ли? Да, конечно. Нет, это магнитный, это не один такой. А еще там, ты же возишь с собой все. Ну да. Понятно. Чем переоденется? А слушайте, а как вы объясняете, а как вот он с этой штукой едет? Он не едет, он здесь едет. Он же здесь подъезжает. А он же вообще не может даже за руль садиться. Он может. Нет. У нас игровая машина может. Ну, мы все время, мы даже по Москве катаемся. Не в идеальном классе, нет? Нет, конечно. Нет, но какая разница, она двигаться даже, эта машина не может. Может. Игровая машина, мы на них ездим, катаемся. У вас никакая права не набирает? У вас есть еще на съемку вообще? Нету. Никакой. Нету. Разберемся. Как вы будете разбираться? Они разберутся. Оно грубо. Я понял. Что за друг, не Коваленко? Я пенсионер восьмерки. Вы пенсионер восьмерки? Восьмерки. Понятно. Так что те, кто ездит, те. Видите, коррупция у нас какая? Созвонимся, решим. Эрик, а, смотри, давай. Машину ставь. Лево.